наших концертах примет участие огромное количество замечательных, выдающихся солистов, но особо я хотел бы выделить приезд в Москву для участия в нашем первом концерте выдающейся японской пианистки Мицуко Учида. Это одна из самых известных и признанных во всем мире исполнительниц классического репертуара, прежде всего Моцарта и Шуберта и Бетховена. Она выступала и как солистка во всех самых крупнейших залах мира, и как партнерша самых выдающихся дирижеров, включая таких как Колин Дэвис, Клаудио Аббадо. И для нас является необыкновенной радостью тот факт, что она согласилась с нами сыграть достаточно редко исполняемый фортепианный концерт Шенберга. То есть в каком-то смысле двойная сенсация исполнения в Москве фортепианного концерта Шенберга и приезд Мицуко Учиды. Надо сказать, что на ее концерты на Западе билеты распродаются за несколько месяцев вперед. И тот факт, что она будет играть здесь вместе с нами на сцене концертного зала Чайковского, наполняет меня и благодарностью по отношению к ней и к филармонии за то, что она, Московской филармонии, за то, что она смогла добиться ее приезда. И, конечно же, благодарностью Мицуко Учиде за то, что она согласилась принять участие в нашем фестивале.